как следствие, певица оказалась в... Светлана, вы, наверное, из спортзала сейчас не вылезает. Да я туда даже не влезаю. Света, может, это такой пиар? Ага, вот такой жирный пиар. А вы планируете вернуться на большую сцену? Да, я очень хочу вернуться на большую сцену, тем более, что на маленькую я уже как-то и не помещаюсь. Светлана, а вы случайно не беременны? Я никогда не планировала быть беременной случайно. Светлана, скажите, а еда вам не мешает вашей сексуальной жизни? Вы знаете, признаюсь, я научилась эти вещи совмещать. Вы планировали выступить в следующем году на Евровидении. Какое место вы хотите там занять? А сейчас я одновременно могу занять одно, два, а то и три места сразу. Ваши поклонники, глядя на вас, начинают подражать вам и толстеть. Что можете, как вы прокомментируете это? Ну, что я могу сказать? Здорово, людина, здорово, Украина.